Один бред, ни одного позитивчика нету. Бред, сплошной бред, а все видео бред. Сука, как человек, которому 40 лет почти, да? Без малого. Может заниматься такой хуйней. Когда уже микрофоны и звуковые карты начнут продавать по талонам? Дедуль, привет. Привет. Спроси у зябликов, привет, на кого привет. Похож данный Слушал. Человек. Хат... Сейчас, братишка, посмотрю. А ну-ка, чё? Ребят, привет. Слушал рэп вот этот вот, Батин. Честно сказать, хуень, день полная. Параша вообще отстой, кал. То есть, ну, агрессивность, это да, рэп. Вообще полный кал. Я бы так рекомендовал, да, вообще-то хуйней не заниматься. Вообще никак. Если будете рядом где-нибудь с ним, там, в Москве, заедьте к нему, микрофон заберите, вот, хуйню, чтобы не было. Это я в секретном чате говорил такое. Это по факту сказал все. Все сказал, да? Да. Не все. Ну, лови бимбу, сука. За закрытыми окнами, прямо за стеклами, ебашит комментами, словно иголками, словами колкими, мол, чё волк, я вас всех разъебал бы, но нет в этом толка, как мышь с потолстовки, мозгов без толковки, интернет был удобный, диванный полковник, жизни всех учит, а сам просит у мамочки деньги на полдник, такой же нашкодник, вчерашний школьник, вместо уроков уже погрел подоконник, ну что, негодник, сел за свой фантик, вошел в интернет, блядь. Военный эксперт и историк, больник со стажем, современный художник, сеттлинг для взрослых, герой, блядь, любовник, хотя в реальности ты полный нолик, и таких, как ты, в интернете видел я немало, в жизни бы увидел, ну давал бы, кого ты там, блядь, каждому шакалу напихал бы в рот текало, чтобы челюсть пострадала и ебло навеки замолчало, но сначала, чтоб твоя мама не кричала, встань из-за стола, на кровать заправить одеяло, послушай этот трек еще разок сначала, чтоб понять не стало, кто здесь батя, а кого зря мать рожала. Ты сказал, что мой рэп хуета, как и моя прическа, я терпеть не стал и ответил тебе жестко. Ты лысый, как яйцо, расческу, на башке поправить шерстку и признай, что я тру рэпер, а ты просто вертихвостка. Ведь я мужчина, а ты с хуя ветерок, я круизный лайнер, а ты на веслах катерок. Слышишь, фрейрок, посвисти-ка свой свисток, тот, что в твоих трусиках от моего флуна мог. Надеюсь, ты все понял и теперь будешь потише, чтобы я с вертушки не попортил твою крышу. Эй, братиша, надеюсь, больше не услышу, как ты на меня быкуешь, а не то опять и унижу. Вот и все, к концу мой рэпчик подошел, в нем я попустил тебя и дальше по делам пошел. Слушай его трижды в день, чтоб не забыть, кого бояться, не вздумай отвечать, после такого не подняться. Пау! Да, такой, сука, кал, я, блядь, не слышал со времен, блядь, последнего альбома Оксимирона. Хуже, она еще не выдавливал никто. Позорище. Челу 40 лет, блядь, он рэпует, стоит, блядь. Ни стыда, ни совести. Парашек, блядь, вообще кал, ебать, рату. Вообще, обнинный рэп. Смысла нет вообще, чел. Вообще нагрузки никакой нету. Слова вообще у тебя не по факту, ни одного факта нету вообще. Кстати, не, я все понимаю, но таких долбов, как батя, еще поискать надо. Я нахуй получила вердос клинжа на всю оставшуюся жизнь. Батя, дурачек 40-летний, выпей таблетки и не позвёшься, лысоголовый карлик. Я такого бренда не слышал, я теряю со времен последнего альбома Оксимирон. Прикинь, челу 40 лет, челу 40 ёбаных лет. И он, блядь, пишет вот этот рэп, реально. И думает, что он хип-хапер. И при этом ходит в лес с детским топором и спит в лесу. Ты понимаешь, что он дурак? Ой, господи, как же я кринжую с рэпером. Слышишь, Саша? Лысак, ты парировать свой попуск от батла собираешься? Попуск? Чел сам себя попустил, рэп зачитал, чел. Ничего хуже я не слышал. Это такой кринж, реально. Это кринжмания какая-то. Чел просто насрал в микрофон. Сейчас я рэпнусь быстро на Батуа. Батуа, ответка пошла. Сейчас. Опа, все. Двойной нет. Ладно, без второго куплета. Вот тебе рэпчик, все. Этот рэп и то был сильнее твоего, чел.
смысла больше, понимаешь? Все, я тебя повалил.